Сейчас у нас был диалог с представителями Министерства внутренних дел, у нас был диалог с министром внутренних дел. Я обещал, что так как город не готов был к сегодняшнему блокированию транспорта в центре, это на самом деле масса неудобств, плюс у нас реально не стоит задача навредить жителям, потому что люди и так у нас в стране настрадались. Я обещал, что так же организовано, как мы за 10 минут сюда все заехали, что никто ничего не мог понять, откуда все идут. У нас на самом деле это было очень красиво. Еще раз вам за это отдельное спасибо каждому из вас. Но я обещал, что в 8.45 мы освободим центральную улицу города. Мы все возвращаемся домой. Как я уже говорил, увидимся в четверг в 12.00. И обо всех остальных моментах, и приятных, и менее приятных, я буду вас информировать. Огромное спасибо всем тем, кто круглосуточно находится в лагере протеста. Это и молодежь, и пожилые люди. За это низкий вам поклон. Потому что я много раз говорил, я могу хотеть чего угодно, но один человек не в состоянии кардинально поменять жизнь всех граждан Молдовы. Это огромная работа. И у нас, я вам скажу, еще больше будут работы, когда мы будем у власти, чем сегодня в оппозиции. Сегодня в оппозиции полегче, понимаете? А потом эти коршуны, те, кто не сядут в тюрьму, они как-то будут клевать нас. В этом можете не сомневаться. Поэтому... Спасибо.